Кишиневе большинство тротуаров разбиты в трещинах и рытвинах. По данным столичного управления общественного транспорта и путей сообщения, 85% из них нуждаются в ремонте. Однако более 200 миллионов леев, которые в этом году муниципалитет выделил на ремонт тротуаров, покрывают лишь 10% от необходимого. Работы пройдут на наиболее проблемных участках. Здесь действительно латка на латке. Наверное, и после войны такого не было. Жители улицы Димо возмущены качеством дорожного покрытия. У нас в секторе Рыжкановка тротуаров почти нет. Ходим по ямам. Такая ситуация. Стараемся обойти, где можно, хорошо, где сухо. А так очень трудно. Давно ремонт нужно делать. Не только тротуары и дороги. Вон, посмотрите, особенно вот тот тротуар, это вообще... Для проживающих на улице Бернардаццы появление дорожных рабочих стало сюрпризом. Они говорят, что уже не надеялись на то, что пешеходную зону приведут в порядок. Живу здесь с 69-го года. Тротуар никогда не ремонтировали. Вот такой он у нас. На каждом шагу спотыкаешься. Иногда боюсь. Люди подумают, что я пьяная. Одной ногой ступаешь туда, другой сюда. Невозможно идти прямо. Ну, по смерти дреб нормал. Наконец-то мы рады, что начали. Исполняющий обязанности управления общественного транспорта и путей сообщения Виталий Михалаки признает, тротуары в катастрофическом состоянии. Около 85% пешеходной инфраструктуры Кишинева в плохом состоянии. Деньги выделили для начала работ. Их недостаточно, но в течение года будут внесены поправки в бюджет и предоставят дополнительные средства, чтобы завершить работы. Мы постараемся охватить на выделенные средства 10% из общего объема. В секторе Чукана возобновили работы на улице Марии Драган, Игоря Виеру, между улицей Михая Садовяну и проспектом Мирчи Челбатрына. В секторе Буюканы продолжается ремонт тротуаров по улице Ливию Деляну, между Николай Костин и Алба Юлией. Вскоре приступят к ремонту тротуаров по улице Киевской. Кроме того, провели тендеры на текущий ремонт пешеходных дорог в секторах Центр и Ботаника. К работам приступят в начале марта.